Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Сегодня 30 марта 2017 года. Солнечный, ясный день в Анапе. Я сейчас нахожусь на центральной площади Анапы, которая носит название Свято-Осипская по названию часовни, которая здесь установлена в память когда-то существовавшего храма пророка Осии. Вот я вижу, заработали уже фонтаны в Анапе. Сейчас дождемся, когда они выпустят свои струи. Ну, видимо, еще только фонтан настраивается, хотя люди пишут, что уже вечером даже и музыка играет. Вот. Здесь проходят какие-то соревнования, молодежь собралась, какой-то, видимо, забег. Вот. Народ отдыхает, сидит, наслаждается теплом. Цветочки уже давно высажены, уже благоухают, газоны зеленые. Ну, в этом месте Анапы они круглый год, и цветочки, и газоны. Многие вот меня спрашивают, а что, травка уже у вас свежая выросла? Да, она, травка в Анапе и никогда не исчезает, она постоянно, ну, видим в парках и на газонах трава не сходит круглый год, она всегда зеленая. Вот опять фонтан зашумел. Вот казачий патруль на месте, на центральной площади. Ребята всегда на посту, охраняют общественный порядок. Правда, убрали отсюда пост полиции, который был вот в той стороне, вот около улицы Горького. Ну, убрали его почему-то, не знаю, перенесли, видимо, в какое-то другое место. В Анапе чтут людей, которые имеют заслуги перед городом. И вот одна из досок. И здесь на этой доске вот мы видим, допустим, вот этого человека. Летом его можно видеть после 18 часов на сцене возле летней эстрады у ракушки, где оркестр, которым он руководит, постоянно радует анапчан и гостей города своими прекрасными произведениями, исполнением своим. Много скамеек в Анапе, и ежегодно устанавливается сотни скамеек. Вот я читаю, когда какие-то информации, отчеты, вот ежегодно устанавливается не одна, не две, как в Чите, допустим, а сотни скамеек по Анапе. В Анапе есть где отдохнуть, посидеть. Ну, курортный город, видимо, к этому обязывает, а Чита не курорт, ничего там сидеть. Все должны работать, ходить, нечего отдыхать. Ветер, правда, достаточно такой свежий в Анапе. Вчера был и сегодня. Такой ветер, вот он велосипед даже роняет мой. Поэтому я вот сижу, кашусь на свой велосипед, как бы он от порыва ветра не завалился. Ну вот, друзья, такой репортаж у меня получился. Оставайтесь
на моем канале. Подписывайтесь, кто зашел на него впервые. Ставьте лайки, кому понравилось это видео. Задавайте вопросы в комментариях. Я всегда рад читать эти комментарии, отвечать на них. И предлагайте, может быть, какие-то темы для моего канала. И всего вам доброго, до свидания. Мы еще увидимся. Пока. Ну и такой бонус для моих зрителей. Это кусочек сегодняшнего Анапского моря. Крики. Представьте себе летом, когда вот эти вот все звуки, шумы увеличиваются в 100 раз, в сотни раз, когда десятки, сотни детей начинают орать одновременно.